Не ридя, плиз. Пизда приводом. Ладно. Ой-ой, чуть-чуть затормозился. А, нет, нормально, они так планировали. У нас на юге что-то есть. Ой, они тут юг решили продавить. Интересно. Вулево, повтори. У нас на юге, типа... В упор вообще доехали. Так, юг. Народу дохуя. Интересно, что сейчас на севере будет. Хаб у них. Ой, хорошо, заспотим. Второй тут. Оба такая сема. Вот тут, конечно. Интересно. Хаб они поставили. Не съебаться на юг, они на штурм передвигаются, на остров идут. Да, помогай. Мне югу вообще плохо, пиздец. Нужна помощь, потому что есть хаб. И сейчас, да, вот уже есть второй хаб. Слушай, ну они прям очень хорошо поставили все. Ну. Как сказать, хорошо. Время на подход на реку. Могу жрать, пожечь. Отец же дрочило, блядь, прибежал. Сейчас саплай позаспотает этот уехать. Ладно, сможет. Если он его выбьет, будет пиздец.
вторую точку захвачу тогда. Умирали, упал. Ну, в Вульву надо время, чтобы юг отпиздить. Центр. Пиздец, центр, но я не знаю, сейчас хаб разлосится и, бля, вообще тяжело будет. Север без ролоса. Он второй раз его сейчас убьет. Уже не его. Я не успел, слава богу. Там еще и мина была. Бать. Фюрер, ты что творишь? Так, юг вот сейчас выбили, надо что-то делать. У нас опять фоба на юге. Патроны отметим. Давай, Вульва. Еби их. Бля, вот по карте выглядело все прям максимально хуёво. Вот, ну, кто как приехал, кто как начал, но по факту они, сука, успели убить их и разрезаться. Не гивапнулись. Сейчас более-менее типа нормально, но... Надо как-то с югом заканчивать, чтобы там не было спауна. Держать север и на востоке с эти саплайчики спрятать. Второй закат практически. И плюс-минус нормально будет уже. Блять, куда дрочила, блядь, бегает. Пиздец, слепали, блядь. Вот они как-то играют, блядь, убивают саплайки, блядь, ищут, блядь, мерзко как-то, я не знаю. Ну, блядь, правильно, да, типа. Точку не берем, блядь. Можно ли это так назвать? Точку они специально, наверное, не как. Хотя, как специально, сиду, типа, хаблочится. Центр их пиздит. Ладно, точка, это похуй. Север вроде плюс-минус норм, но... Чё там, блядь, опять там построили хуйню. Вот тут пробежать, вот куда-нибудь сюда кинуть и мучить их. Будет прям очень хорошо. На юге очень много людей. Из этого хаба и банана. Че вы? Они не знают, походу, да, хаби? Или знают? Вижу метку.
Метки нету. Хаб гениально стоит, скоро нет. Такое место, что на... типа вряд ли ты сюда пойдешь целенаправленно. Психа пошел рыскать. Почему он до сих пор в блоке, этот хаб? Они же далеко. Отметил логистику на юге. Какую? Хоба там, скорее всего. А. Взорвать нахуй. Все к хуям взорвать здесь. Бегут. О, я не могу. Ну, почти, Андрюх, почти. Вот хаб разблочился. Бля, ну не, хаб очень гениально стоит. Ну, просто пиздец. Такой компаунд. Ты вообще заходить не будешь, ну смысл тебе сюда заходить, типа там, ну, типа... Справляешься у него? Ничего там нету, если ты сейчас стоите. Наверное, упал в тончик. Ну, Вольва, ну что ты, ну... Контейнер тебя не смущает? Найти, блять, змею, блять, это. А мне где-то? Я понял, ты что? Да, я понял, понял. Его охуя, блять. Охуенный игрок. Удачи тебе. Залез, блять, в очко свое, блять, лежит, сука, пошевелиться боится. Блять, как мерзко нахуй, блять. Вторую, блять, какую-то пиздец. На нахуй, блять. Стрелк месяц. Кто бы нашел? Ой, умничка. Нашли фобы на юге, копаем. Это хорошо. Наконец-то тут резаться перестану, блядь. Все, все, иди, иди, псих, ищи, ищи дальше. На миномет иди. Все, он идет туда, хорошо. Поставь минку им, блядь. Нормально, он ралли кинул. Бой. Блять. Хуёво. Бёда. Ой, лучше, лучше я. Хорош. Минус два, минус два. Считать научись. А. Извиняюсь. Я думал, тут вдруг кто-то.
Поебать. Если можно, маркер надо вывести. Ну вон, в кустик бегай, вон, в кустик, иди вот сюда. Вот сюда, бля, и лежи, блядь. Сколько зверища, блядь. Подрочилы до сих пор там бегают на шестом, ебаный пиздец. Нравится бегать на народу бежит, пиздец. Патроны кончились. Сука. Ой, убил. Хорошо. Давай, пизди его нахуй на горе, блядь. Убил, минус 4, нахуй. Хорош, блядь. И вот эту. Тих. Ну, блядь, сука. Я тоже патрон. Давай, разъеби псих. За пацанов там. Мортируй, как мне тебя. Ну минометьте, пожалуйста, вызови минометы, ну ты чего? Мортиру надо. Блять, они все разрезаются, сука, ну пиздец, ну уйди на юг, кинь. Ну уйди южнее на юг, блять, все ж херак. Типа могли помочь с центра, вот на юге. Блять, им никто не сказал. Лючка. Хотя вот, возможно, Килю сказали идти на юг сейчас. Помочь. В баке у нас вообще пиздец какой-то. Все нахуй разрезались, блять. Ну че, сейчас пацаны встанут, вас еще раз выебут. Инк. Псих. Меточку одну поставил. Второго он сейчас найдет. Он хочет, наверное, минку заложить. Чего? Что там, блядь? Пизда, ну мы пойдем переведем пули. Ехать ты, блядь. Смысл. Ловите его, я нет. Блинул, ничего нет, блинул, вообще. Вообще не вижу такого. Большие буквы искал.
на севере поебало получают. Решил в чатик написать. Ну напиши, что у тебя пакет лосс. Я в траве спрятался, а меня убили. Пиздец, блин, блять. Убивает на крышу тебя. Ну-ка, машина, тормози его нахуй за превышение. Упс. Куда? Хуя, полетел, ебать, полетел. ДРГ выехала за тобой. Прячься нахуй. О, взорвите тачку, блять, это 5 тикетов. Ебалом, друг. По-моему, отвалилось. А у вас сейчас ебало. По-моему, вам нассали на ебало. Мортиры нужны. Где мортиры? Сколько травы ты все это убрал? Порезал, брат, порезал. Хаба на маркете. Давай. Второй пометил. Пацаны до сих пор дерутся. Подойди ко мне. Он вон. Он вон там. Ай, блядь. Чё-то тут типов разъебало. Хорош. Хукзен. Дал ебало. Псия. Пуш. Пуш север. Южную фобу на северную разменивать. Нехорошо. Нету. Ай, блядь, что такое? Не заставили еще. Шокс. О, хорош, Шокс. Пять-пять-семь. Нормально ты бы треснул по голове. Ой, Дёма, ебать, разошелся. Остановись, хомяк. Хотя ладно, пизди-пизди. Пать, куда, ебать? Тут не езди. Димитром резать идет своих. Эх. Сквад ебаный. Размена дни.
заново столько забирать. Тут, тут в принципе плюс-минус пойдет ситуация. С севера не отбили, у них сейчас очень много гигабов будет. Главное восстановить позиции свои, но тут будет сейчас взрыв. Никого резать, то есть он не услышит никого, просто по приколу нажмет и по приколу кипера сейчас убьет, пока он резает дема. Так и будет. Гивапнули все. Машина, беги отсюда, блядь, беги отсюда. Пацаны, бегите, бегите. Трекер с юга в полиску идут. Окей. У нас юг ДШК пушит, юг ДШК пушит. На саплайку. Блядь, сейчас бы минку, ёбаный рот. К пятому ролику ДШК едет. Кирикейшн, беги. Груша, груша, дай ему ебало. Хорошо, блядь. Киря, езжай туда же, на ту же метку. Туда же, там же поставь. Понял. Только через север. Дышка, просто через ехали, север, блядь. Ралик пока стоит. Это не наш ралик, ладно. Я думал, это наш ралик. Бать, Ульва, ты что тут делаешь? А чё? Я не знаю, что делать. Я сейчас проходил и... Ну, в натуре, блядь, пацаны. Тут все красиво делают. Блядь, пришли нахуй. Натопали. Ой, надо было залиться. Все это время в Амонг играла? Да, че? Ну там же слышно. Даже сейчас слышно. Пацаны будут смотреть и охуеют. Не, я только сейчас этот с наушниками просто разрядились, они в нулину. А так все остальное время в наушниках играла, старалась. Ну я еще не закончил, тебя слышно. Ладно, сейчас включу, слышишь. Да там слышно все, что ты делаешь. В этом доме. Плохо. А ты пукала, что ли? Нет, я кушала. А, пацаны, вы это все слышали, да, блядь? Капустку. Квашеную. Но у меня стоит на шестерке, пока не могу все, слушать. Все, все, тихо. Норчи. Блядь, где нахуй это? Нет. Нужна одна лопата на хаб, выйдите одного. Так, вот это мне надо, получается, загрузить. Так, так, так. Так. Ать. Сейчас пацаны файт выиграют, будет очень хорошо. Тачку-то разъебали, разъебали.
Что там у нашего нытика? 2-8-8. Не идет игра, походу. Везде трава, везде ебут. Ну что поделать, блядь. Минометы завелись, это хуёво. Мико. Мистер Си, как всегда, блядь, ебёт. Ну вот этот хомяк, этот, конечно, да, этот хомяк много стоит. Маф 2-10-11, блядь. Все резко, это типа. Все, что он убивает. Запад опять убили. Если сейчас точку въебут, будет вообще плохо. Перестрел лютый, но из-за проебанной фобы и вовремя не выкопанной фобы с югом все прям падает, прорушится. Чем мы, блядь, привезли, получается, новую фобу прямо на то же место. Ну это вообще пиздец. Джесс такой, нихуя себе. Окей. Да, у груши голос такой прикольный. Пиздец, блядь. He's inside the hub north side. Yes. North side of the building. He's close to you now, watch out. He's in there somewhere. Шок знает, походу, про фобы, я... А, нет, они думают, что вот здесь фоба, ебать, они не знают. Они не знают, а если он нажмет на кнопку, это, блядь, это все. Одному, вот сейчас они узнают, что тут фоба. Скорее всего. Хоть игиты горят просто, как я хуй знает что. Точка. Теряется. Блять, на востоке. Мика, давай быстрее беги. В точку, прямо в точку надо падать. Не слышит фобу, это очень хорошо. Боже, если они услышат, что там фобу, это пиздец будет. Давай, говори, что тут фоба, говори. Подожди, а где сишка? Лежит. А может это наша сишка? Я просто не знаю.
карте контроля мало. Всю игру они приехали вот так вот. И прям вот тяжело было выбивать это. То есть они должны были вот здесь либо быстро заканчивать, и вот сюда проходить. И вот так вот. Ну тут так не пройдешь. Тут Вульва тоже не может пройти, потому что тут больше людей. Тут, блядь, хаб, тут хаб, тут хаб, тут хаб. Ну, приехали они очень хорошо за инцов. Мне прям очень понравилось. Они, типа, фобы стоят максимально на западе, но они эти фобы бы проебали, если бы у нас был такой же простряд, который их отходит и прям всю игру там были в жопе мира. И ищет эту фобу. То есть фобу у них не прикрыта. Псих пытается, конечно, это сделать. Заблочены три двоих выйдут. Они тянут. Дотянули. Да, еще не ГГ. Шансы-то есть, причем неплохие. Сейчас разрезаться, аккуратненько выйти. Под мортирами это пиздец. Надо выключать мортиры. А выключать мортиры может только псих. Псих. Ну, псих сейчас фоба взрывает, но, бля, если он взорвет... Блять, он выиграет игру. Если он ее снимет прям. Ой, хорошо. Так, ну мортиру он отвлек, сейчас их не будет. Вопрос, хватит ли им тикетов, чтобы перекопать. Наверное, нет. Что этих 34, в принципе, они типа ну, прогивапаются. Хотя чем гивапаться? У нас плюс по тикетам, нахуй гивапаться. А, нажал, но его убили. Максимум время смог выжить. Минометы стопнуло уже хорошо, прям максимально хорошо. Два челика на точку бежит по северу. Тут опять дрочило, блядь, какой-то сидит. Я в ахуе. Че у тебя, блядь? 5-9-12. Ну ебаный рот. Все в кустах, что ли, ползает? Сейчас снимут, скорее всего. Тут же некому дефать. Ну тут уже, да, скорее всего, ну не скорее всего, на точку надо забивать, надо дефать. Фобу ебучую. Ой, ну тут все, да. Тут все.
долго с южной фобой, получается, провозились. Потому что надо было отправлять с центра кого-то на помощь. Айсаед, все-таки наш был. Чуть разъезды по-другому сделать, ну, либо людей поменять местами, ну, либо добавить кого-то. Я думаю, плюс-минус получше будет на момент.